Друзья, мы с вами приехали еще в один отель, называется Mövenpick Resort Soma Bay. С виду он достаточно так выглядит внушительно. Пойдемте посмотрим территорию, номера, все как обычно. На самом деле хороший отель с многими сервисами, даже, кстати, включая школу кайта есть. Ну, Mövenpick это, конечно, нормальный. Также пляж у нас песчаный, зонтики, все загородочки. Сейчас пойдем море посмотрим. По морю здесь, смотрите, тоже есть сильный отлив, но достаточно близко дойти до той части, где не так сильно отливают. Поэтому, скажем, это такие зоны, когда сильно отлив, то здесь надо прогуляться пешочком. Если есть, то для детей, наверное, нормально будет. Вот. Клуб для маленьких пташек в Mövenpick. Есть территория на улице. И давайте зайдем внутрь, посмотрим, что здесь есть. Так, здесь у нас есть аниматоры, небольшая игровая зона и комнатки, в которых проводятся различные программы. Ну, или просто поиграть можно конструктор там и так далее, рисовалки. Понимаете? Все такое.